Каждый ребенок достоин пьедестала. Проект с таким названием реализует благотворительный фонд Елены Синбаевой. В прошлом году в Ворошиловском районе Волгограда появилась первая многофункциональная спортплощадка. В 2015-м таких должно быть построено 6 в разных частях города для максимального вовлечения в спорт детей и молодежи. Вопрос с финансированием проекта уже решен, а планами и мыслями знаменитая спортсменка поделилась с журналистами. Спортивно одаренным детям должны помочь многофункциональные площадки. Их строительство началось в Волгограде в прошлом году при поддержке благотворительного фонда Елены Синбаевой. Вдохновила Олимпиада в Сочи, говорит именитая спортсменка. Министр спорта Виталий Мутко идею поддержал, губернатор тоже. Так стартовал проект «Каждый ребенок достоин пьедестала». В этом году в Волгограде появится 6 новых спортплощадок. Деньги из федерального и областного бюджетов вот-вот поступят и начнется отбор строителей. Мы будем очень тщательно отбирать, мы будем всех досконально изучать опыт работы, стаж. Они будут предоставлять нам всю необходимую документацию, поскольку контролировать буду лично я. Деньги даны под честное слово Елены Синбаевой. Естественно, контроль – это главная наша обязанность. На деле это выглядит так. Универсальная площадка для игровых видов спорта и детский комплекс с гимнастическими тренажерами. Приходи и занимайся в любое время. Любовь к спорту прививается именно на улице, считает Елена Исинбаева. Одна из многофункциональных площадок появится здесь, рядом с 44-й школой в Центральном районе. Остальные вырастут в Ворошиловском, Дзержинском, Краснооктябрьском и Советском районах Волгограда. Но это только начало большой работы. И также в дальнейшем администрация Волгоградской области совместно с благотворительным фондом планирует и дальнейшую реализацию строительства данных площадок на территории Волгоградской области, что позволит максимально привлечь число занимающихся систематическим занятием физической культуры и спорта. Благотворительный фонд Исинбаевой намерен построить 50 многофункциональных площадок на территории Волгоградской области, если, конечно, кроме поддержки бюджета, найдется достаточно меценатов. А пока этой работе ничего не мешает, говорит двукратная олимпийская чемпионка. Как только мы сделаем и выполним все задуманное, мы будем устраивать соревнования. Они сначала будут у нас дворовые, потом районные, потом городские, потом могут быть всероссийские. И нам будет очень приятно, что если когда-нибудь кто-нибудь добьется высоких олимпийских результатов в спорте, начиная с обычной уличной эстафеты. Анжелика Антипина, Максим Евсиков, телекомпания «Ахтуба».